Всем огромный привет, IKEA город Екатеринбург. Давайте посмотрим, что предлагает IKEA к школе. Ряд товаров около входа сразу расположили, чтобы не прошли мимо. Это же, конечно, фломастеры, да, они лучшие. 179 рублей за 12 штук. Это серия Мола, пишут они, мало. Классные фломастеры. Тут еще, нету, да, 24 штуки. Если есть такая необходимость, чуть подороже, соответственно, можно приобрести. Вот эти вот не очень удобные, не знаете, какие-то не очень устойчивые. Возможно, что-то поменялось с тех пор, как мы их покупали. Нет, одной рукой неудобно, мне помощники ушли дальше. 179 рублей за 3 штуки. Хотя, с другой стороны, если просто поставить статично туда, сложить что-то такое, и ребенок не шебутной, то, в принципе, почему бы и нет. Вот, смотрите, это новые расцветки, более такие девчачьи. Следующая тема. Ух ты, тумба с ящиками на колесах, да, 4500. Ты пришел за фломастерами, купил тумбу. Ну, хотя обычно наоборот, пришел за тумбой, купил фломастеры, подушки и так далее. Разные цвета есть Микки. Это очень хорошо комбинируется, соответственно, со столами Микки. Удобно, что есть колеса. Можно хоть куда. Подбеленый дуб, черно-коричневый. Все такая же цена. 35 на 75 размер. Вот такие рюкзачки тоже, пожалуйста, можно приобрести. То есть они не жесткие. Нет, ну как бы спинка здесь немножечко плотнее, чем обычный сам корпус. Но она, не видите, даже из-под мишка такого мягкого, маленького уже гнется. Ручки. В общем, простейший вариант. Рюкзачок. 1000 рублей. И это новинка. Это новинка, которую тут пришили, а сюда засунули мишку. Давайте в отдел сумок пройдем и там посмотрим. В принципе, я вижу один общий. Да, здесь тоже, смотрите, вшито не вытащить. Тут карманчики имеются, карманы по бокам. И здесь еще один карман. Да, лучше это пройти и посмотреть в сумках. 1000 рублей, в принципе, цена приятная. Что касается уголка в синем цвете, это у нас IKEA в Екатеринбурге, повторю еще раз. Тележка Nissa Force, 2500, 50,5 на 30 на 83, отлично вписалась под документы, книжки, допустим, учебники и так далее. Сюда же поместили термокружки, вот эти с собой, стеклянная колба. Ну, IKEA, как обычно, все вместе намиксовала. И пользуйтесь на здоровье, говорит. Скодис панель 1400, универсальная. В данном случае под фломастеры поместили. Контейнер 140. Фломастер только что посмотрели. И смотрите, как можно оформить рабочее место. Скодис тут же с крючками можно поместить вот такие листы с расписанием. И все, да, на этом все. Фантазия пока закончена. Вообще Скодис, они, десятый раз скажу, универсально. Очень много креплений, не только крючки, не только вот такие подстаканники. Очень много резинки, магниты. Можно хоть как миксовать и использовать. Ликсель диван 18 тысяч рублей. Про него сказано много. Можно поискать, даже у меня на канале обзоры. Разные расцветки. Этот чехол, он расстегивается, диван раздвигается. Нет, это не значит, что тут расстегнешь, и он сам отъехал. Надо все-таки усилия-то применить. Есть вот темно-синий, мы сейчас смотрим. Темно-серый, малиновый. Малиновый красивый, временно нет на складе. Бывает и такое. Столик тоже для работы. Это видшо. Это такие варианты, которые подставляются как к кровати, как к дивану. Подставка для ноутбука. Тут вообще, в общем, универсальная опять-таки вещь. Есть еще и в белом цвете 1700. Надо быть аккуратным, если у вас есть детки. Во-первых, стекло, во-вторых, острые углы. И, в принципе, сама модель, она тяжелая. То есть он такой и навернется, и мало не покажется, если упадет на ту же ножку. Подушка, новинка. Но тут, скорее всего, чехол новинка. И до спиннари 50 на 50. Неужели 1000? Просто 1000. Сама подушка Inner 140, стандартный размер. Чехлы такие уже идут мягкие, приятные. Нет вырви глаз, то есть лето потихонечку отступает. Уже приглушенные тона. Значит, надо пройти в текстиль посмотреть. Еще столько планов, столько планов. Подставка для планшета 200 рублей. Думаю, все уже знают, все видели. Что еще нового? Ну,
Ну, краски 450, тоже краски хорошие, не раз уже про них рассказывала. А вот это чистая Икея, это вот несовместимые вещи, как вешалка под брюки, под юбки, да, под расписание адаптировали. Удобно, креативно. Ограничитель для книг 200 рублей. Тоже такая увесистая штукенция. Это не здесь. Так, тут же свет, но свет почему-то не выставили. Только Нимана на другой площадке предлагает вот вариант напольный 3500. И еще я вижу тоже для рабочей зоны Крукс 2300. Мне кажется, такой вариант вот для первоклашек, таких вот, первый по четвертый класс, да, когда им еще такое все интересно, в диковинку, и плюс дополнительно стимулирует к занятиям. Как вы думаете, так, 2300, Крукс, белый цвет. Макет города, молот, 400 рублей, это новинка, тут уже собрали. То есть, если не ошибаюсь, в каком-то из видео мы смотрели в сложном состоянии уже была эта новиночка. Тут тоже, как я понимаю, во-первых, складываешь, да, во-вторых, можно раскрашивать еще, раскраска дополнительная. А это что за замечательная новинка, особенно для любителей кошечек? Фаталик, ваза, 12 сантиметров. 429 рублей, код белый с оттенком. Супер, эту вазу как раз таки как карандашницу предлагают здесь использовать. И их тут две. Но цена за одну идет. Вьетнам. Стакан для ручек 99 рублей, тоже самая низкая цена. Кисти. Кисти классные. Вот, в сложном состоянии макеты, все та же серия, да, точно, это мы были, когда в отдел детских товаров заходили, смотрели. Пользуясь случаем, хочу сказать, что на канале Яндекс.Дзен сейчас выходят немножко другие видео, и, возможно, на этом канале такие не было про детское творчество обзорчиков, а вот там есть они короткие, кому не напряжно, кому хочется не напряжно, можете перейти посмотреть. 400 рублей вот такой город будет у вас. Пройдемте, что ли? А вот и сумка, да? Или тут тоже все сшито, пришито? Нет, вот она. В свободном состоянии, серый цвет. Так, идет регулировка, если на плечи одеваешь. Они, кстати, мягкие, да? Мягкие, плотные. Можно носить сумкой. Вот он карман. Сейчас Максимка мне поможет. Иди сюда. Открывай. Так. Здесь получается раз карманчик, два небольшой и один такой побольше. Как раз под документы что-то такое, да? Здесь больше ничего. Закрываем. Держи. Держи крепко. Обычный карман. Ну, собственно говоря, и все, да? А, и по бокам тоже есть. Вот они. Есть. С одной стороны только. Ну, так чисто бутылку небольшую положить. Ну, вот, собственно говоря, новинка вот такая. О, еще одна новинка. Тубус для хранения рисунков 400 рублей. Вот она с ручкой идет. Не она, там серия Мола. Тубус он. И есть такое основание. Ничего, хоть отсюда не вылетит, пока я тут наклоняю. Крючки по 69 рублей. Тут бумага 449 рублей. Разные размеры, разные цвета. Там и форматы большие, и стандартные А4. А ну вот, собственно говоря, вот оно. Сразу закупиться перед учебным годом для творчества. Должно хватить на весь год. Ну что, просмотрели этот уголок. Двигаемся дальше. Максимка, здесь остаешься? А вот это, кстати, столб Микки. Чему мы тумбочки рассматривали, 6000 рублей. Но вот это уже сразу идет в комплекте. Здесь тумбочки и выдвигается часть под приборы, канцелярские принадлежности. А здесь рабочий стул Блискер Лабергет 2700. Сидушки можно выбирать. Здесь просто стандартное белое. Ученик, садись, расскажешь, удобно?
Ну как? Удобно. Не мягко, но удобно, да? Ну все, благодарим за просмотр. Мы пошли дальше. Желаю вам отличного настроения. До новых встреч и пока-пока.